Та-дам! Здравствуйте! С вами Александр Андреев, и в мире стантрайдинга четырехсотка. Это обычная классическая четырехсотка, купленная за 90-100 тысяч рублей. Ничего здесь нету, кроме мотоцикла, бензина, переднего тормоза, заднего тормоза, заднего колеса, переднего колеса, мотора. Все в стоке. Полный, чистый сток. Карбюратор. Никакого мошенничества. Почему четырехсотка? Да потому что говорят на смотровой, что не встает у тех, кто ездит на четырехсотках. Я не знаю, правда это или нет, но попробуй, может быть, и у меня не встанет. Как выяснилось, встает. Я уж было испугался, неужели настало то время, когда? Но нет. Кроме того, что он встает, он еще и дымит. Собственно говоря, что и требовалось доказать. Берите его и ездите на нем нормально, без всяких таких выкрутасов. Байк супер управляемый, даже с такими овощными подвесками, как у этого. Что значит овощными? Не в том, что там залито подсолнечное масло. Ну, а о том, что она не регулируется. Кстати, масло туда можно было бы и пожестче залить. Заднюю подвеску чуть-чуть можно тоже подкрутить. Но мы здесь вообще ничего не трогали, просто вот как есть. Единственное, что здесь сигнал свыше поступил на тему масляного голодания. И действительно, там наверняка есть перегородка, которая, если ее не переделывать, то мотор завяжется в узел. С вами был Александр Андреев и четырехсотка Suzuki Bandit с красной головой, у которого не только встает, но и дымит.